По меньшей мере 28 человек погибли, 70 получили ранения в результате двух терактов в столице Ирака. Один из них, повлекший наибольшее число жертв среди мирного населения, произошел в торговом квартале на востоке Багдада. Там террористы взорвали припаркованный у дороги заминированный автомобиль. Почти одновременно террорист-самоубийца направил машину на армейский блокпост в северном пригороде столицы. Жертвами этого теракта стали солдаты иракской армии. Ответственность за эти нападения взяла на себя группировка «Исламское государство». В Багдаде теракты связывают с наступлением иракской армии на оплот террористической группировки «Эль-Фалуджу» в западной провинции Анбар. С 23 мая иракские войска пытаются освободить этот город, который с 2014 года остается под контролем боевиков.